Ой, кайф, ночь, а мы купаемся. Когда есть еще более мелкие, сложнее. Хорошие у вас. $500 вот там. Справа от стройки домик. В общем, классно. Но кажется, скоро всех закроют. В Казахстане уже две области блокпосты опять выставляют на карантин. Наверное, мы хорошо успели попасть и купаться на море. Мы вообще молодцы. Да я молодец, я просто долго не думала. Говорю, надо ехать. Нехер думать, надо ехать. Смотрите, как классно.